Не у каждого пользователя компьютером есть веб-камера, а вот смартфон точно есть у каждого. Приложение AlterCam на вашем компьютере поможет сделать из вашего смартфона настоящую веб-камеру. Для начала скачаем AlterCam на компьютер. Для этого переходим на данный сайт. Жмем на «Скачать». После того, как скачивание завершится, запускаем установщик. Программа устанавливается очень просто. Здесь выбираем путь установки. Я советую оставлять его по умолчанию. Жмем «Далее». Ждем, когда программа установится и автоматически запустится. С установкой на компьютер закончили. Теперь нам на телефон также нужно скачать программу. Для Android-устройства есть бесплатная программа IP Webcam. А вот на iOS есть приложение IP Webcam High and Network Cam. Она не бесплатная, но стоит всего $1. Я покажу установку на Android. На iOS-устройствах все абсолютно так же. Заходим в Play Market и в поисковик вписываем IP Webcam. Далее устанавливаем приложение и запускаем его. В приложении есть список настроек. Мы не будем ничего трогать, просто листаем вниз и нажимаем на кнопку «Запустить». Теперь в приложении нам нужно добавить IP-камеру. Нажимаем «Источник видео», выбираем IP-камера и жмем «Добавить». Теперь нам нужно вписать адрес камеры. На смартфоне внизу есть несколько адресов. Вписываем тот адрес, который написан первым. Когда полностью вписали адрес, мы должны дописать /video, если у вас Android. Если вы весь процесс сделали с iOS устройства, то вам нужно дописать /live. Нажимаем ОК. Если вы сделали все правильно, в приложении на компьютере появится видео с вашего смартфона. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Вы можете скачать приложение на официальном сайте AlterCam.